И снова всем здравствуйте. Ссылочку мне вот прислали. Да? Вот такой вот на WhatsApp. Я ее себе вот сейчас закинул в Одноклассники. Каждому в Российской Федерации по 200 тысяч рублей. Че, поехали за бабками? Включаем. Так, да? Вчера в новостях я увидел сюжет. В нем говорилось о том, что по госпрограмме... Ну, давай перейдем сразу по ссылочке. Так. Где она тут сейчас? Вот по сюда нам надо зайти. Вот более... сюда вот надо зайти. Заходим на YouTube. Более 100 тысяч граждан России получили денежную компенсацию в размере до 250 тысяч рублей. Вы здесь плевали, когда принимали пенсионную реформу, когда отменяли льготы. Вы... Ну и так далее, да? А вот ссылка. Видите, вот на ссылочка. Нам она нужна. Поехали. За 200 тысяч рублями. Оба-на. Ну все, сейчас как попрет, так попрет. Вот поперло, так поперло. Ой, как все расписано. Ты смотрите, вы находитесь на официальном сайте уполномоченного подразделения по финансовой защите населения. Все, да? С 25 ноября сумма начисляется за последние 36 месяцев. Проверьте наличие НДС, ваш адрес. Введите 6 последних цифр банковской карты. Вводим последние цифры нашей банковской карты. Последние цифры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проверяем свою компенсацию. Проверяем. Поехали. Идет подключение к базам данных. Ух ты, защищенное соединение установлено успешно. Ищем, ищем, лупу, лупа, с лупой, смотрите, как Бастрыкин. Вот они. Ух ты, ё-моё, нашли уже. 47 косарей. Еще одна. Смотри. Вот поперло, так поперло. Твою мать. Третья цифра. 45 косарей. Тут 25 штук. Ё-моё, а я и не знал. Видал, что творится-то. Твою мать. А это все только 74%. 79, 80%. О, сейчас наскребем больше, чем 200, наверное, тысяч. С миру по нитке голому рубаха. Я же говорю, больше будет 270 тысяч. Связаться надо. Найдены все доступные компенсации. Все нашли. Ваш адрес 270 тысяч 120 рублей 70 копеек. Связываемся с юристом? Конечно, связываемся. Ничего себе 270 косых потерять. Сейчас найдем свободного. Вот их тут целых три. О, Валька Пермякова, привет. Ведущий юрист комитета выплат. Юрист комитета выплат. Ой, здрасте. Нет. Пишите ответ. Нет. Пишем. Нет. Отправить.
что-то пишет. У меня есть часть ваших данных, которые вы указали при поиске своей компенсации. Я сейчас поищу вашу анкету, это займет не более минуты. Ну, ищи, моя хорошая. Часть данных у нее есть моих. Я их никому ничего не давал, вообще-то. Ну, поищет пускай. Сейчас найдет, должна найти. Она же специалист, ведущий юрист. Проверила. Не нашла анкету вашего ZIPL. Это значит, что вы получаете компенсацию впервые. Система сообщила мне, что к выплате вам полагается 270 120 рублей 70 копеек. Твою мать, придется получать. Переходим. Давай. Фамилия. Пишем. Лаха. Трон. Черт побери. Дата рождения напишем. 7 января. '59 года. Полный мужской будет. Вы получаете НДС впервые. Получаете возраст НДС впервые. Да. Это налог на добавленную стоимость я буду получать. Номер карты, на которой вы получаете выплату. Сейчас напишу. Где она у меня? Карта-то моя. Шестьдесят три. Раз, два, три. 226 ведем. 9. Раз, два, три, 4. 21. 390. Сохранить и отправить анкету. Отправляем. Ну-ка, что сейчас нам Валя тут нарисует? Я получила от вас анкету 1758. Ой, молодчина, что ты ее получила. А чтобы завершить оформление выплаты, мы с вами сейчас должны внести вашу анкету в единый реестр получателей компенсации из бюджета. Вся процедура внесения вашей анкеты в реестр и последующее зачисление средств на ваш счет. Сейчас вам необходимо оплатить юридические услуги. Анкеты. Сразу после этого я приму от вас личное заявление на выдачу компенсации из вашего бюджета. Им автоматически будет отправлен перевод в размере 270 тысяч рублей. Угу. Оплатить юридические услуги? Понеслась. Будем оплачивать сейчас. 472 рубля к оплате. Ну и все. Оплачивайте. Имя. Слежка, email. Какой тут email придумать? Ну вот так давай придумаем. Собака mail.ru. Копируем на всякий пожарный. Телефон.
отплатить. Ну, вот 472 рубля надо отплатить им. Оплатим. Ага, поле заполнить надо. Оплата заказа. Понимаете? Сейчас оплатим, да? Что, пишем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Месяц. 09. Срок действия 22. С обратной цифры. Оплатить. Видите, данные в указанной форме. А, не хочет. А где я тебя возьму? Какие данные? Ну и так далее. Имя на карте. Слежка. Оплатить. В какой еще в указанной форме? Все? Ничего я вам не оплачу. Теперь вы поняли, что это конкретный лохотрон. Всем пока. Главное дело, они и фамилию приняли. Они фамилии тут, где она там у меня была. Необходимо оплатить юридические услуги. Все, оплачивайте, только оплачивайте. Самое главное, оплатить надо. Всем пока. Платите лохотронщикам, кто хочет. Сначала 472, потом еще они попросят какую-то копеечку. Так и будете платить, пока не поумнеете.